Погода в России постоянно меняется. Несмотря на долгосрочные прогнозы синоптиков, предсказать гидрометеорологические явления очень сложно. По сравнению с прошлогодними данными, лето 2022 года выше нормы температурного режима. Россияне переживают небольшие качели. Жаркая погода сменяется периодами похолодания. Важно отметить, что июль, конечно, оказался выше климатической нормы, примерно на 1 градус. Средняя температура июля 2022 года оказалась равна значению 21,5 градуса Цельсия, при том, что в норме это 20,5 градусов. Июнь, наоборот, не баловал теплом, он оказался прохладнее климатической нормы, именно поэтому несколько сместился и купальный сезон. То есть так, например, вода в Волге, в Казанке прогрелась с некоторым опозданием. Избыток тепла не всегда благо для купального сезона, так как при прогреве воды начинается активность сине-зеленых водорослей, и водоемы начинают цвести. В этом году этот процесс стартовал раньше обычного. Это тенденция, связанная с глобальным изменением климата. Это явление не повсеместное и зависит от ряда факторов, в том числе от температуры. Если мы говорим про какие-то закрытые водоемы, то есть это различные озера, конечно, там процесс стартует и, в общем-то, он может продолжаться до конца лета. Если мы говорим про участки Волги, которые находятся в основном русле, то в ряде районов это цветение уже завершено и течением, в общем-то, произошел обмен воды, и сейчас вода вполне пригодная для купания и не цветет. Согласно долгосрочным прогнозам Гидрометцентра Российской Федерации, август обещает быть близким к климатической норме по температуре. Это в среднем 18,5 градусов. А также по актуальным данным, сентябрь будет чуть выше обычного температурного режима, приблизительно 15 градусов. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.